Стоп, Мате! О, Григорий! Счет у вас какой, Саша? 1-0. Так. Так, легли на живот. Паши 10 отжиманий. Оставьте мячики в покое, 10 отжиманий. Сашка, ты рыбка. Пацаны, только не делайте очень быстро, потому что я понимаю, что вы очень быстрые, но когда проверяешь, вы двух раз не можете сделать. Оставьте мячи в покое. Так. Пресс. Пошли. Уну. Дой. Три. Патру. Чинч. Шаса. Шапта. Опт. Ну. Зече. Так, приседания, зече. Пошли. Уну, дой, трей, патру, чинч, шасы, шапте, опт, ноу, зече. Хорошо, шею качаем. Пошли 10 раз. Уну, дой, трей, патру, чинч, шасы, шапте, опт, ноу. Зече, фокус, нормально, авто. Так, встали. Вторая игра. Приготовились, у всех 0-0. Чемпионат мира. Хаджиме. Как же мне отформатировать? Мате, легли на живот, легли на живот, положили мячик, легли на живот, 10 с хлопками делаю, пошли, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо, пресс, складывание делаем, это значит, вы поднимаете руки и ноги одновременно, сус, вот как Миша, посмотрите, вот так, пошли, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Хорошо, шею. Где чего? Пошли. Не надо мне на колени становиться, лысину делать. Борцовский мозг. Значит так, переворот, забегание. Переворот, забегание. Пошли. Три вправо, три влево. Переворот, забегание. Техника безопасности. В какую сторону надо? Техника безопасности. В какую сторону ногами надо падать? В какую сторону бруски делать? Встали в стойку. Заправили. Одели пояса. Еще раз. У кого будет пояс развязан, будет ходить без пояса, без кимоно буду наказывать. Как можно быть дзюдоистом и не ходить в кимоно? Это родная одежда. Одно дело, она мокрая вся, это другой разговор, а у вас она сухая. Это все равно, что ты на плавании сказал, ой, мне неудобно плавки, снял и стал ходить без плавок. Да, Саша? Так, приготовились к приседанию. Ваши здесь чего? Ваши уно, дой, трей, патру, чинч, шаса, шатка, оп, ноу, здесь. Тебе в два раза меньше вообще. Так, приготовились, взяли мячи. Третья игра, олимпийские игры. Хаджио. Ну, Макс, ну, Бать, ты заходишь. Ну, ты был, Галина, Макс. Ты подруга, Макс. Хорошо, Матэ.
Так, пресс у нас легли. Значит, еще раз. Делаем так. Отсюда встаем и достаем руками татами. Ложимся, ноги поднимаются, достают сзади татами. То есть то сначала то руками татами, то ногами татами. Вот сюда, пошли, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, Саня, разогревался? Нет, девять, десять. Хорошо, встали. Так, становимся вон туда. Мячики оставьте, туда встали. Оставьте. Оставь его, не трогай. Туда ушли. Так. В лесу были? Да. Зайцев видели. Вперед. Прыгаем сюда ко мне, как зайцы. Хорошо. Но зайцы так не прыгают. Назад. Назад, все туда. Я вижу, что прыгает буга, Михаил, но я не вижу, чтобы заяц прыгал. Значит, ручки здесь делать. Аджи. Саня, давай, прыгай, блин. Прыгай хорошо, блин. Ушли обратно. Бог любит троицу. А сейчас, как Саша, как рыбка прыгает. Вот посмотри. Ой, рыбка еще на заказ. Смотри. Это не рыбка, блин. Это... Ноги назад. Ноги вместе должны быть. Готовы? Хочу. Хорошо. Так. Этот, Саша. Николай, возьмите мат, поставьте его туда. Вы играете в ней, какой футбол? Так, ставьте вот сюда, да. Нет, 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 сюда еще, сюда. Еще, еще, еще. Ближе, вот так, да, все. Значит, внимание сюда. Сели на колени. Ничего, не надо. Ты делаешь, другой отвлекается, и получается что-то. Ну, меня это волнует, можешь ты или нет. Но все делать вовремя. Если хочешь кушать, ты идешь на кухню и кушаешь. Ты же не идешь в туалет. Значит так, то же самое. Мяч забивать не ближе. Вернее, не дальше. Вот есть ремарка. Раз, два, три. Можно только отсюда забивать. Там вы должны мотаться. То есть вы не имеете права забивать отсюда. То есть шоу. Вот. Объясняю почему. Вы играете не очень хорошо. Поэтому все ваши мячи будут лететь наверх. Раз. А раз они летят наверх, по стенкам, ну значит стенки тогда портятся. Все, встали. Пошли один на один, каждый сам с собой. Так, я потом покажу, кто с кем, вас разобью по-другому. Аджима, играем в футбол. Мотаемся и забиваем. Стоп, стоп. Рыбка не падает, только на ногах. Пошли. Еще ставим. Так, стоп, уберите этот мяч, вон тот возьмите. Убери мяч.
Вон мне. Вот он, блин, будет спорить стоять здесь. Мы, ну, Санчик, я тебя прошу, играйте там, вон там играй. Конечно, считаю. Два даже два. Стоп! Заправь, майку, заправь. Да. Ну, убери это сами туда. Заткни ее туда. Три. Будьте аккуратны. Не считается. Три мата должно быть. Вот когда остается три. Не считается. Встречать надо там, а не здесь. Там надо встречать ее. Стоп, иди сюда. Иди сюда. А он не хочет выйти. А ты где оттуда? Еще раз. Раз, два, три. Оттуда бьешь, не отсюда. Вперед. Правильно, а как что делать? Что он должен делать? В туалет или что? Спасибо, мы там. Да играй ты, что ты споришь? Забей на один мяч, тот забил мяч, тот и выигрывает. Последний, кто забил, тот и выигрывает. Вот. Ты сейчас выигрываешь, вот пусть он отыгрывается. Куда ты ушел? Вот здесь встречаю. Мак, беги, что ты уже не стоп, Миша. Возьми эту штуку и закрой. Миша, возьми вот эту и туда. Вот возьми отсюда, вот отсюда, Миша. Поролон засунь туда и поставь. Подальше. Ну и майку поставь. Чтобы не вылетало. Сейчас сюда. Сейчас прыгает. Да ладно, ты меня сейчас вообще подбу. Наступи на него. Вверх наступи. Сели сюда. Сейчас падаю. Сели.
Боже, нет, просто сейчас. Так, сейчас Максим и Дан выходят. Сейчас будете мячи бросать, поэтому возьмите любые мячи. Вот там еще, наверное, да, можно. Так. Куда бросать? Помоги мне. Чуть-чуть убери мат. Мат убери в сторону. Что нету разве? Макс, да, я не знаю, что у нас. А, не может быть. Я говорю, потому что я брал и стал его. Я Саша ушел. Вот два мата. Ближе не подходи. То есть, если они ближе бросили, попали, не считаются. Саша, ты считаешь Максима. Миша. Максим, сюда. Ты сюда считаешь. Да, сюда? Да. Миша, ты кого считаешь? А ты считаешь его. Смотри, иди туда. Выбирай. Отошел два мата. Нет, нет, мат, три мата, три мата. Нет, два. Ты его считаешь? Так, Саша, ты его считаешь? Понятно? Готовы? У вас минута. Считайте вслух. Ответ. Двой. Нет,
А они вас обыграли? У него 11. Ну правильно. А у тебя? 10. Ну, а у них вообще меньше. Положили мячи. 10. Следующий вы. Да, вы. А мы дай так, вы идете судьи считать. Значит, сейчас так. Один бросок. Бежишь сюда, бросаешь, бежишь сюда, бросаешь, бежишь сюда, бросаешь. Ты развернись сюда, а ты развернись с той стороны. Друг другу навстречу бежите. Один сюда, один сюда. Минута. Как маленькая? Сначала дальше пишет, что рыбка.
Николай, Николай, чёрт,
Adjuna. Paraya Nikolay. Вот, Георг, ниже, аджи. Вот,
Позорка. Боря! Да, Боря. Боря! Боря, корыть! Поезд, я уже все по одному разу. Так, там принеси мне вот этот тяжеловатый мяч, где поролон там искать. Это? Нет, ну, другой. Там еще один тяжелый. Поролон. Да, сейчас. Один туда. Сели. Ближе, Сашенька, ближе. Так, значит, стоп. Внимание сюда. Миша, стойку. Значит, задача Миши забрать мяч. Мамочка! Вы сидите на коленях. Эй, и передаете. Вы слышите, что я говорю? Миша, нет. Вы передаете мяч друг другу. Мяч больше 3-4 секунд держать нельзя. Нельзя держать. Я считаю, 1, 2, 3, 4, 5. У кого мячик? У того забирают, то бегает. Миша, готов? Да. Все. Отсюда. Главное, Миша, чтоб ты заделал его хорошо. Я. Ты. Видите, он отбивает мяч, меняет направление. Если задел чуть-чуть, то... Давай. Если выходит, все, трудно засунуть, что ли? Еще на кровь или уже сами? Готовы? Один. Есть работа, хочешь? Давай, вы, вот, поговорить там нужно. Где? Саша, надо бегать, не надо стоять. Да. Чтобы там написать Юриса, для него. Значит так, мяч бросать нельзя, ничего надо коснуться. Если коснулся мяч, то оставляешь и убегаешь, ловитки с мячом. Понятно? Да. Бери мяч в руки, Миша. Бежишь, коснулся того, оставляешь мяч и убегаешь. Тот с мячом должен бежать за следующим. Аджин, пошел. Раз, все. Теперь ты водишь. Убегай! Ну, бросать нельзя. Бросать нельзя. Стоп, Миш, почему ты стоишь? Куда встань? Я Сашу хочу. Ну и что ж ты хочешь? Тогда игра неинтересна. Ты должен убегать. Дай-ка ты мне. Еще раз выходи сюда. Надо убегать. Я хочу, тогда не игра получается. Аджина.
Стоп! Сейчас я по-другому сделаю. Так, дай Катерину мяч. Катерина, у тебя одна минута. Кого? Кого дотронулся до мяча, тот идет ко мне. И все, кто будет здесь, будет 15 раз приседать. Тебя минута. Так, беги, бегай дальше, ко мне. Нет. Матея. Отдыхайте, сели, 15 приседаний. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5. Взял мячик. Дайте мне мячик. Стали. Ко мне. Готовы? Так, у тебя есть. 30 секунд. Так, ушел. Нет. Есть маска. Так, отдыхаем. Отдыхаем, я сказал, да? Соба. Что я сказал? Я что сейчас сказал? Так, раз, два, Марк берет. А ты 15 раз присяг? Нет. Да, так вот. Приготовили, встали. Макс, вот сюда подъедем. Макс! Так вот. Так, вот смотри внимательно. Иди сюда, я тебе научу. Джек! Стоп! Боля! Стоп, Саша, ты не делай так. Хорошо. Хаджи! Нет! Добрый Макс, у нас все хорошо. Вылазь! Макс! 20 секунд осталось. Есть! Сюда. Давай, Макс! Сюда. Кто Мишу поймает? Да, в рубль. Можно я? Рубль. 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 Три, патро, чинч. Можно? Сашуля, бери мяч. Поспал я попробую. Так, если, Сашка, если ты все будут по 50 раз по сюда. У тебя 30 секунд. Хаджи. Он выложил, ты не в сторону. Есть. Три. Все по 50 раз.
Хорошо? Классно. Ты можешь одну отдохнуть сейчас, кто побегает? Ты подумай. Нет? Да я могу. 30 секунд. Да. Один. Ты не более упал. Раз. Два. Трое осталось. Нет. Три. Чейпоинт. Кого наказать? Абан. Я же сказал, что все пояса должна быть завязана. Что? Бежите, я сейчас штаны потеряю. Так, ну Миша, у тебя 30 секунд будет. Сделай так, чтобы они все приседали. Ну, можно мне рука? Нет, я тебе сказал, отдыхай. Так, может, сейчас побегаю, сейчас. Не надо думать. Сейчас. Я же сказал, так, Мишу потом хорошо бегать. Еще раз, вывод, слушай тренера. Тренер сказал, ты сделал. Тренер же не так просто говорит. Абан, а у вас тренер не будет? Ну, пусть я сейчас. Саня. Они уже это... Они же... Что будешь делать? Первый, да? Перевороты. 5 переворотов. У тебя есть 20 секунд. Пожалуйста. Все? Хаджиме. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Бутук, вперед. Что делаешь? Перевороты? И забегание. Спиной коснулся, не считается. Пошел. Три вправо, три влево. Пошел. Уну. Дой. Трей. Патру. Не считается. Не считается. Патру. Чинч. Шаса. Все, ушел. Следующий. Следующий. Сырву, что сидишь? Локтем, коленом. Я не засчитываю. Пожалуйста. Я не могу. Зеро. Давай. Уно. Уно. Уно, у тебя еще 10 секунд есть. Фэлэ. У тебя 8 секунд. Что ты стоишь? Ну не могу. Фэлэ. Не будешь никогда делать, никогда не будешь уметь. Ну так я стараюсь, но не получается. Что ты стараешься? У тебя 20 секунд ты должен делать. Хорошо. Родители, вы видите, да? Не умеет и делать не хочет. Ушел нафиг.
Бутук вперед. Я? Ты делал? Да, да. Все, Чезар вперед. Иногда преподаватели ставят выше оценку, когда человек старается, хотя бы старается. Пожалуйста. Уну. Дой. Трей. Патро. Чинч. Следующий. Владимир, что ты сидишь? Тебя же просить надо. Готов? Пожалуйста, покажи нам свои. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорош. Хорош. Следующий. Всегда надо делать все, что умеешь, выкладываться до конца. Тогда и преподаватель по-другому относится. Пожалуйста. Раз. Так, еще. Еще два раза. Еще раз. Все, хорошо. Мате. Стоп. Так, разбились по парам, как были. Еще раз. Так, я выключаю. Значит, что я вам хочу сказать. Пожалуйста, туда идите. Кто из вас первый бросает? Я. Так, готовится. Так, готовится. Чезар, да, со своим партнером. Внимание. Чезар. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, сначала, пока есть силы, маленький кидает большого. Все? Да не все, напомни просто и все. Четыре. Блин, Юрий Сан. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22. 23. Стоп. 23. Оставь, 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 он сам встанет. Даня, что ты сидите, если вы следующие? Помогли сыр было. Отнесли его. Сейчас, одну секундочку. Чеме? Уно. Дой. Трей. Патру. Налево.
5. Там, где машина, это... Шанс. Там, где идти... Шанс. Нет, сзади, вот. О! По той дороге слева. Но... Здесь Отдыхайте. Пожалуйста, Влад. Влад. Готов? Че? Уно. Дой. Три. Шапте. Опт. Ноу. Доузеч. Уну. Дой. Время. Двадцать три. Внимание. Джиме. Уну. Пастухов, что ты сидишь, разминайся. Дой. Три. Сел, пришел. Патру. Чинч. Шасса. Держи его. Шапте. Оп. Ноу. Здесь. Подмышку взял его и будет оспризвич. Дой. Три. Патру. Чинч. Шасса. Шапта. Оп. Ноу. Время. Не садитесь. Знаете, одну секундочку. Так, кто делает? Пастухов, да. Что делаешь? Что умеешь? Что умеешь? Ну, говори, болевой. Болевой. Покажи. Покажи. Опа, есть, болевой. Садись. Что еще делаешь?
Давай. Еще один болевой. Так, стоп, стоп. Развернись головой сюда. Посередине головой сюда. И да, вот записывай. Так. Пожалуйста, время. Два приема. Что еще? Удушающий. Три приема. Раз, четыре приема. Четыре, да. Ну, такой же в другую сторону. Как бы в одну. Так. Это шесть приема, да? Почему шесть? Да? Четыре. Пять. Как пять? Стоп. Сейчас. Удушающий. Да. Переворот один. А тут кто такой же самый переворот? Нет. Ну хорошо. Стоп. Все, время. Ставим. Значит, что ты сделал? Ты сделал болевой. Да. Потом что сделал? А, два болевых. Да. Удушающий. И два переворота. Пять. Ушли. А можно я сразу, чтобы... Сразу. Давай. Сейчас, одну секундочку. Головой ко мне, головой сюда к камере, когда будет видно, как делаете. Сейчас, одну секундочку. Каждый должен... Так, пожалуйста, Влад. Один удушающий. Удушающий, раз. Второй удушающий. Два. Болевой. Три. Еще один болевой. Четыре. Неправильно, но есть. Только надо локоть держать в ту сторону. Пять. Но такой же, только в другую сторону. Пять приемов. Ушли. Вперед, сырбу. Пожалуйста. Раз. Два. Три. Неправильно, но три. А в другие стороны... Ну, если ты в эту сделал, зачем в эту делать? Время следующее. Владимир Бутук. Так мы. А, вы меняетесь. Поменялись. Как же? Раз. Нет. А почему? Восков так же стены будем заставить. Ну осталось. Время ушло. Раз. Можете там побороться. Раз. Влад, идите боритесь там. Что вы сидите? Идите боритесь. А я в партере боремся. По два. Нет, под дзюдо. Три. Четыре. Время поменялись, Владимир. Время. Болевой раз. Интересно, но не могу засчитать, потому что... Два. Ну, а удержание, что ты перевернул?
Ты перевернул его. Смысл переворота? Но за переворот же не дают очки. Дают за удержание. То есть ты перевернуть должен и зафиксировать. Все, время. Владимир, да, то, что он учил, то он и делал. Вперед борешься, берешь чучело, вот идешь полом туда и делаешь, да, сюда, делаешь, смотри, делаешь вот бросок, чтобы он на тебя, Владимир, уходит в сторону сюда, чтобы он у тебя падал сюда, по синей линии, хорошо? Делай 15 вправо, 15 влево. Как только сделаешь, говоришь мне, и я от меня убираю. Но только постарайся недолго, чтобы ты устал немножко. Честно, Матен, на ковер, пожалуйста. Нет. Чуть приподними, чтобы он летел хорошо. Да. С 4 минут он минуту завязывает. Ноги вперед затащи, вы работаете. Тяжело выставить в упор? Нормально. Что нормально? Он тебе перешел на удержание. Если чтобы пол сделать, ты еще не отрубил. Я бы ногу заснул очень хочу. Что? Я бы ногу поставил. Какую ногу? Левую. Куда? Куда? У него на живот. Какую ногу? Зачем? Что? Чтобы он удержание не сделал. Бэй, так ты зачем его отпустил? Ты зачем его держал? Объясни мне. Маленький наклон. Остается 3 секунды, он переворачивает тебя. Что там случилось? Ударился? После лета. Честно, что случилось? У тебя что-то? Да. Этот самый. Ну тут, замени Чезаро пока. Чезаро. Нет. Нормально будет, да? Владимир, тебе не стыдно, блин? Тебе не стыдно? Даник, Матэ. Владимир, тебе не стыдно проигрывать ему удержание? Да. Вы что, договорились? Ты деньги платишь? Да. Так давай я тебе буду удержание тоже делать. Юрий Александрович, ну там тоже деньги нужны. Ну я понимаю, ты хочешь поддаться, но зачем? Пусть он пытается, но не делает. Одел пояс. Вот тут иди с Даником пока. Да. Оставь чуть-чуть, оставь. Еще раз, ложись на спину. Я? Да. На спину. Только на спине лежишь. Дай, ты должен ему удержание болевое сделать и внушающее. Вперед. Он только на спине лежит. Честно, под зубом так нельзя мне.
прижми колени ему в голове, тогда может легче будет мышца. А прижми наоборот колени. Ай! Он на руку побегу. Осталось минута. Колено в задницу ему. Влад, колено в задницу. Есть, Влад. Влад, молодец. Ушел Даня. Пошел. Рука. Видишь, он бежит, он мертвый. Вперед. Влад, стоп. Теперь ты пропускаешь. Я не душил себе дядю. Ну и что? Я бы вышел. Вышел, а потом бы шею долево. Смысл будет. Поворачивайся на живот, четверть на живот и все. Все, да? Да. Что с тобой, сын? Матея. А он паттер не может. Встали. А он только в стойке берется? Да. Плохо. Вернее, как, не то, что плохо, а все-таки шансы на победу заправились. Стали заправились. Не уходим с ковра. Не уходим. Стали заправились. Что такое, Владимир? Встал? Да. Устал? Да. Угу. Хорошо. Даник, выходи. И что, вот эти два салата тебя замучают? Нет, голова болит. А, голова болит, да? После бросок, наверное, да? Да. Ну, сядь, отдохни тогда. Завяжи, заправь, сядь, отдохни. Так, внимание сюда. Сели в ту же позицию, только смотрите. Я на колени. Я на колени. То есть нижний атаковал. А сейчас одна минута одному, одна минута второму. То есть две минуты. Верхний атакует. То есть что? Проход на удержание, да? Как перейти отсюда на болевой, на удушающий? Но если снизу работает человек, и сверху он должен работать. Пожалуйста, пошли, потом покажешь мне. Вот так сейчас держу ног. Сверху назад. Назад нельзя выбрать. Тем более грязный пол. Да я не А что? Не надо. Я Пожалуйста. Да я серьезно. Пожалуйста. Ты только что был. Да я там. Давай. Вот это ты умеешь. Сейчас за первый раз почерпнем. Сели. Ну, кто между ног? Кто между ног? Что может сделать? Первое. Прижать ногу и перейти на удержание. И сделать удержание. Раз. Просунуть одну руку между. Отсюда сделать дальний узел. Узел на руку. Вот. Можешь полежать, Влад. Вот тут. Можешь полежать. Полежать, он может кстати здесь. Теперь сейчас утали. Отсюда болевой на руку. Да? Болевой на руку. Давайте на первый. Пистачу. Болевой на ногу, наверное, можно сделать, да? Так пальцы должен, да? А все, что можно. Давай как приема надо показать. Что? Как приема надо показать. Ты покажи два. Сколько? Чем больше, тем лучше. Чем больше ты знаешь, тем все легче выйти. Так. Не боремся, а отрабатываем прием. Один, второй, третий, четвертый, пятый.
Мать его душающая отсюда можно делать. Болевой на ногу. Да, руку. И переход на удержание. Маты поменялись. Теперь другое направление. Я тоже, а как отсюда болевой на ногу? А как болевой на ногу? Отсюда? Да. Чем отсюда делать болевой на ногу, если можно сделать болевой на ногу? А, да вы сказали болевой на ногу, а как вы сделаете? А что? Да. Скажи, пожалуйста, в партере бывает только одна ситуация такая? Нет, так вы сказали все сделать. Так я знаю, больной надо знает как. Она я все не говорю бороться. Я понимаю, что вы сказали больной надо. Я не понимаю, что вы сделали. Взять вот отсюда и закрутить. Он вытянуть? Не ты, он делает. Так, я понимаю. Так, вот сказали, как что больной надо. Надо бы лучше. На это можно сделать? Ну вот, если я вот так вот вижу, то он может сделать. Артём, ты умеешь делать это хрен? Да. Я тебе сказал бороться, защищаться. Нет, ты стал показать те приемы, которые можно здесь сделать. Ты же вроде хорошо учишься. Я вот. Хорошо учишься. Просто покажи мне прием. Зачем обязательно ноги кидать? Когда ты будешь бороться, с тем другое. Неправильно. А, так? А ну еще раз. Да. Так, да. Ну так нифига не получается. Я просто мне так делаю и руку выпрямляю. Нет, точно не получится. Все, идет, идет, идет. Правильно. Раз и болевой. Удушающий отсюда. И переход на удержание. А переход на удержание можно это плечом к плечу. Еще раз. Плечом. Зачем, если ты между ног уходишь? Вот ты между ног. Вот сейчас ты делаешь. Вот можно так и выдержать. Это что, переход на удержание? А, удержание по самбо, да? Так, по самбо. Так считается это? Ну, по самбо считается. Вот ты покажи, скажи, удержание по самбо. А вот это удержание по дзюдо. А это держание по грэпплингу, да? Хорошо. Мате. Так. Пожалуйста. Давай, давай, Чезар. Давай, не отдохни. Не, здесь, пожалуйста. Здесь. Бутук пришел, приготовился. Ты все видел, ты отдыхал. Пожалуйста, кто у нас на коленях? Чезар, вперед, Чезар, показываешь. Удушающий. Давай. Удушающий. Раз. Болевой. Болевой покажи. Болевой. Так. Болевой и удержание. Болевой по самбо. С переходом. Так, есть, хорошо. Что еще можешь показать еще что-то? Показывай. Еще раз. Давай, покажи. Так, удержание. Грудь касается, если грудь касается. Есть, так. Еще что-то можете показать? Покажи. Ага. Есть, все. Молодцы. Пожалуйста. Бутук. Сейчас, одну секунду. Ну, что нам Бутук покажет? Болевой, так. Удушающий, так. Так, переход. Переход козлом, да. Как козлик, да? Хоп. Хорошо. Все, что хочешь. Чуть-чуть ниже возьми, болевой на ногу. Есть, так. Еще. Все, да? Хорошо, молодец. Сделай. Удушающий. Удушающий. Раз.
Болевой. Болевой. Удушающий. Есть. Удушающий. Так, переход на удержание. Есть. Это что у нас? По самбо просто туловище держишься. Очень хитрый переход на удержание. Так, хорошо. Так, сырбо. Пожалуйста. Удушающий. Удушающий. Так, переход на удержание. Кто-то еще. Да. Так, такой болевой. По самбо. По самбо удержание, но лучше с, не сверху, а за туловище. Ну, хорошо. Значит, так тяжело будет. Хорошо. И на ногу. Молодец. То есть, что у нас Владимир покажет?